18 июня 2020 года адвокат Николая Платошкина Александр Обозов опубликовал документ-заявление от самого Николая Платошкина, в котором говорится об иске к депутату «Единой России» Евгению Федорову. Цитирую. «Заявление о совершении преступления в порядке статьи 141 УПК Российской Федерации. Депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Федоровым Евгением Алексеевичем в ходе дачи интервью ведущему радиостанции «Аврора» 5 июня 2020 года было сделано публичное заявление о том, что я являюсь иностранным агентом, шпионом, который на территории России осуществляет ликвидационные мероприятия». Это просто иностранный агент, шпион, который на территории России осуществляет ее ликвидационные мероприятия. Десантник США, как мы его называем. Все сделанные Федоровым в интервью радиостанции «Аврора» заявления в мой адрес не соответствуют действительности и являются клеветническими. Кроме того, согласно статье 276 УК РФ, шпионаж является преступлением, отнесенным частью 5 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации к категории «особо тяжких преступлений». При этом Федорову достоверно известно о том, что к уголовной ответственности за шпионаж я не привлекался. Какого-либо приговора суда о признании меня виновным в шпионаже не выносилось. Следовательно, делая публично вышеуказанные заявления, Федоров не мог не осознавать того, что публично распространяет обо мне заведомо ложные сведения, порочащие мою честь, достоинство и подрывающие мою репутацию. В соответствии с частью 5 статьи 128.1 клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов. Учитывая вышеизложенное, прошу вас провести проверку по моему заявлению в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК Российской Федерации, и принять предусмотренное статьей 145 УПК Российской Федерации решение. Подпись: Николай Платошкин.